В руках маленькие удочки, в бассейне два вида знаков – предупреждающие и запрещающие. Задача детей на скорость – выловить те, которые выпали командам. Красный, давай, Ярик, красный, давай! Красный, лови, красный, бандос! Собирать пазлы – занятие интересное, тем более, если они большие. Еще одно задание – составить дорожный знак, предварительно разгадав загадку. По полоскам черно-белым пешеход шагает смело. Кто из вас, ребята, знает, знак о чем предупреждает? Молодец. Летом во время каникул бдительность детей падает. И чтобы напомнить о правилах, инспекторы ГИБДД проводят такие занятия. Мы с вами изучаем различные предметы, например, математику, русский, да? И можем получить там двойку. Может быть такое? Но мы с вами поучимся, исправим, и на следующий день исправим эту оценку. Так ведь, ребята? Но если мы с вами не знаем правил дорожного движения, какой-то пункт этих правил, да, и совершим ошибку на дороге, то исправить ее, может быть, уже будет невозможно. В конце мероприятия всем детям подарили журналы и газеты с правилами дорожного движения, игры по тематике безопасности и световозвращающие значки.